Всем привет, с вами Ярослав и Скелет. Скелет. Нет. Да, поздоровайся. Сейчас мы в самом центре разгара того, что за нами милиция и там еще, по-моему, кто-то... Слышно? А кто там еще едет? Мэри или что? Оранжевый. Хер знает. И, как вы видите, Скелет очень хорошо управляет, то, что машина нас догнать, сука, не может. Нас, похоже, сейчас перекрывать будет второй, слышь. Где-то, блядь, еще обормоте нахуй заехал, блядь. Когда уже от нас отъебется, блядь? А, блядь, тупик! Направо, сука! Тупика никогда в GTA San Andreas не бывает. Давай ебашим отсюда нахуй. Слышь, там еще один гандон, там еще один гандон. Да, это летсплей на сервере Diamond RP. Это как бы вторая уже серия на... Ну, там вторая серия на Diamond RP. Ты чё творишь, бля? Заебись! А, двигатель заглох, беги! Беги! Он на тебя съёбнет, блядь! Блядь, вот я... Пиздец, дикий смех! Блядь, этот гондон меня уебашить хочет, пошёл нахуй меня! Шех на мэм, пусть на хмэм, блядь! Нахуй пошёл от меня! Ай, блядь! А, блядь, нахуй! Да спал он в велике, бери быстрее! Он стреляет, блядь, говно! Блядь, блядь! Тут много бомжей. Посрать, беги нахуй. Беги, блядь, я спрячусь на ступеньках. Велики, велики, бери. Я на ступеньках спрячусь, блядь. Я ебашу отсюда нахуй. Здесь пидорас, короче. Он меня не заметил, слышал. Он думал, что я побежал в другую сторону, нахуй. Он, блядь, спрыгнул со ступени, голенуп ебаный, сука. Ему придется от тачки опять бежать. Нахуй пошёл! Сейчас я на него на велике наеду. Блять, валим! Патринс! Заим, блять, из велосипеда упал, говно! Говно, 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 залазь быстрее, блять! Ой, блять! Давай, валим, блять! Слышь, как настоящие пацаны от мента съебались. Давай, 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 валим отсюда, нахуй! И сейчас, слышь, нам сейчас тупняк нахуй розыска ебанёт, слышь! А, блять! Я заехал. Все, прячемся тут, блядь. Слышь, а у нас... Он же в провинции... Он нас через спин, сука, вычислил. Беги, блядь, вон на велосипеде. Нет, я еще молод, чтобы умирать. Вон на велосипеде, блядь, догоняй. Он за тобой, я скрылся, блядь. Ой, блядь, это вот все, это чистый угар, блядь. Он за тобой едет, а не за мной. Я уже спиздохал, блядь, поднимайся наверх, блядь. Давай обратно. Давай, блядь, поднимайся. Иди нахуй, блядь, стрелять начинает говно. Валя, 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 валя. Стой, 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 давай сюда заезжай, блядь, на горочку заезжай. Забраться не может. Поебаный, блядь. Ой, блядь. Ой, все, зы у меня уже жизни мигают нахуй. Вот там что он там прыгает, блядь, без велосипеда, да? Сука, ну пьебаный, блядь. Менты долбоёбы. Нахуй, нахуй, слышь. А, гони отсюда! Погнали, я знаю, где тачку в аренду можно взять. Да. Ты где? Ты где, нахуй? Ты где? Вперед просто, едь вперед. Уааа! Сука, он, блядь, стреляет! Уааа, блядь. Заебали гондурасы. Ты где, блядь? Я рядом с тобой. Слышь, это, блядь, прохождение GTA San Andreas. Мне только, блядь, там догонят не баллы, а менты, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Давай, блядь, он едет. Сука, прыгай. А-а-а, блин. Он тебя убил? Нет. Слава богу. Менты какие-то ебанашки. Он по мне не палит, он в тебя палит, он тебя ищет. Он на меня агрится. Он что, с дробовика ебашит? Не, с МП-5 ебашит. Давай сюда, блядь, в труп.
прыгай вниз. Вниз прыгай ко мне, дебил. Сейчас я... Блять, Алинуб, сука. Он, короче, каждый раз спускается, блядь, с велосипеда. Да, и эта серия будет посвящена тому, этот, как это... Сейчас мы угоняем от погони. Заебатая погоня была, там было два человека за нами гналось. За вами, ментяра, блядь. Опять он спускается, заебал уже, нахуй меня, крысят. Погнали, погнали, тачку возьмем, да будем на тачке ехать, он на велике. Давай, встречаемся возле мэрии. Я вообще хер знаю, где мэрия. Давай, ты, блядь, все еще в туннеле нахуй не башишь. Нет, я тут по дворам. Уху! Блин, не перепрыгну. Посрать давай, я через дворы рядом с тобой еду. Блядь, не туда поеду. О, все, я на мэрии. Ой, пока... Если... Бабок сниму. Немного. Так, снять деньги. Ты смотри, что? Велосипед пропал. Блядь, он приехал, сука. Заебал уже, блядь. Ой, блядь, гондон. Он нас уже заебал, ты кашля. Он меня с велика, блин, взял, столкнул, на моем поехал, козлина. Блядь, поехали нахуй отсюда, блядь, уже. Блядь, да еби нахуй от меня, что я тебе сделал, блядь, плохого. Ты в розыске. Да нахуй, блядь, сука, блядь, говно. Да прыгни ты уже. Фу, повезло, что он, слышу, в заднее колесо стреляет. Так там, блядь, этот же. Давай, короче, в участок съёбываем. Погнали, не, дальше едь, дальше. Погнали, я знаю, где арендовать можно. Это говно сейчас за нами поедет, он ступает. Блядь, в стенку помазался. Давай, 100%, блядь, и защита включена, нахуй. Давай, вот ты съебался. О, блядь. Блядь. Погнали быстрее! Ну, блядь, я и так еду, блядь, шмонарю нахуй на всей скорости. Да, блядь, да, я по прямой поебашил этот, блядь, через углы какие-то. Иди нахуй! Он, нет! Он меня убил, сука! Ты где? Он меня убил, слышь, все, я в тюрьме, нахуй. В тюрьме? Да, сука. Ой, лох, блядь. И на сколько? На 590 секунд. Вот гандон, блядь. Ой, блядь. Гандон. На 500 минут? Че, дебил, блядь, сидит на 500. На сколько? На 571 секунда осталось сидеть. Вот правда, это... Вот это было вообще ржачно, прям пиздец. Догоня... Стой, на сколько ты сел? На 500 секунд. А, фигня. Слышь, а было ржачно, так аж догонять, догнать не может. И меня в самый неподходящий момент, когда я въебался в телефонной будке, нахуй меня догоняют и стреляют. Сука. Он такой пишет, преступник нейтрализован. Блять, защита включена, нахуй, блять, как в кризисе, сука. Я тут походу один сижу, слышишь? Срок мотать, блядь. Открывайте гандоны, блядь. Сколько там, блядь, сидеть? О, слышь, пойдай через 16 минут. Ой, через 26. Слышь, прикинь, меня в тюрьму посадили, у меня законопослушность увеличилась. Было 6, стало 7. Заебись. Я думаю, продолжу тогда, когда я выйду из этой грёбаной тюрьмы, нахуй, и тогда, когда мы со скелетом встретимся... О, уже мышка... Да скелет! Мой... Просто скелет! Ты скелет, бля. Да посрать, скелет. Когда мы встретимся, то тогда я уже продолжу. Блин, еще и мышка зависает. Все, давайте, короче, продолжим потом. Мы продолжаем. Так, это... Он меня уже из тюрьмы забрал, так что мы уже едем. Да? Оу! Я думаю, все видели, как мы это эпично угоняли от погони.
Ну, в конце, я думаю, тоже все видели, как меня этот долбоёб, это мент, сука, говно, блядь, это, если он меня сейчас будет смотреть, гондурас догнал и меня... Ну, чисто, что на велосипеде неудобно, то когда въёбываешь его что-то, то застряёшь. Я застрял между будок телефонных, и он меня угандонил. О, это же этот, ФК, по-моему, да, ФК, ФК. Блядь, Рашимара. Да, если все видите, у меня скин вот такой стоит, такой, на Андре, Андре. У тебя есть $200? Да. А, ну хорошо. Сотка. Отлично. Чё ты творишь, блядь? А, я пока поставлю на вид сверху, чтобы это было более эпично смотрелось. Блин, не получилось. Я как в кино хотел такой. Змейка. Ты, кстати, сервер сказал? А, да, это, если что, сервер Diamond RP, как бы, IP я оставлять не буду в описании, потому что я не пиарю сервера, но сайт я вам скину, сайт скину, там, сами на сайте посмотрите. Нет, только не через эту хуйню прыгать не надо. Ну, как раз через эту! Сука! Еблан, блядь! А, тачка-то горит, но она, блин, перевернулась. Заебись, блядь, нуб ебаный, что ты творишь, она же... Это было наше единственное, блядь, транспортное средство. Ты вообще все мои тачки, блин, ломаешь, козлина. Скажи, еще, что я эту съебанил, блядь. Еще скажи, что я эту машину взорвал. Пойдем нуба заберем, нубу тачку заберем. А, он вообще голый стоит. Пизди его, пизди этого гондона нахуй. Догоняй его, блядь, гондон нахуй. Сука, прыгай, блядь. Носорог! Да где он, блядь? Носорог! Носорог! Я так думаю, сейчас в конце, блядь, ПВП давай. Кто кого отпиздит, блядь. На! Куда ты убегаешь? Давай, один на один, что ты застал? О, до конца-то зачем убивать? Я, блядь, не видел, у меня жизни всякая такая хуйня отключена. Да баран, сейчас в больнице будет сидеть, тут-то нет медиков. Лечись, сынок, лечись, блядь, а мне тут близко к тебе добежать, нахуй. Так, ММ, список команд, общие. Так, о, я знаю, что я сделаю так. Вам недоступны эти команды? Что за говно? Так. Список команд общие. Написать смысл, спасибо игроку. Аптечку. Вот почему у меня аптечки тут? Так, посмотрите лицензии лиц. Так. Да, и все, всю информацию о том, это что, где там, это где я игры покупаю, там, все можете прочитать на моей страничке в ВК, ну или в Твиттере. Твиттер у меня, ну, показан в этом, на моем канале можете посмотреть, и также на моей странице ВКонтакте. Ты говно, блядь. Ты в этой, в больнице, да? Да неужели? О, у меня тут на майке написано хип-хоп, охуенчик. У меня какой-то человек толстый. Или это он в форме? Так. Скинь мне свой ВК. Ну, Пукан? Пукан? Да, пукан свой, скинь. Сейчас я его заодно и покажу сейчас в чате это всем, что же я сейчас напишу. О, какой мой ВК? А, ёпта, ты сначала в больницу бы зашёл. Ты это, кстати, меня с больницы забери. Сейчас, блядь, я уже через площадку бегу, заебал. Нытик сраный, блядь. Нахуй, чё? Сама, блядь.
Да, кстати, он мой подписчик. Подписчик я твой, ага. Шучу нахуй. Ну, так, чисто по секрету скажу, он подписан на меня. Конечно, я твой даже YouTube не знаю. Сука. Да, это новый человек в моем проекте, в новом деле, да. Что ты там, блядь, гандонился, блядь, что ты тут лежишь, говно? А ну нахуй вставай, блядь, пошли. Я тебя нахуй столкну на пол, блядь. Уже на полу спишь, блядь. Ну-ка, ну-ка иди сюда. Встань передо мной быстро. Ну-ка на, на, тварь. Давай, пиши свой ВК. И тебе не поздоровится, видишь, как я бью еще. А нельзя просто скинуть мне не свой ID, а имя и фамилию, чтоб я просто зашел в него. Симон. Сифон. Ты, блядь, таджик ебан. У меня фамилия нормальная, Симон. Ты, говно. Я человек. А, как говорится, машанай машаханай мэна. О, тут телевизор есть, прикинь. Давай посмотрим, что у нас тут. Журнальчики. О, прикинь, я порнографию нашел, да. Ну, вот же, во-во-во. А ты откуда? В радаре завидено. Там, блядь, это вся информация, я с Москвы. О, Москва, Москва, там. Да ищи, короче, там, где написано «Мы ВКонтакте». Фотка «Мы ВКонтакте». Москва. Нихера баги, охуеть. Там фотка, как? Как фотка? На фотке написано «Мы ВКонтакте». Погоди. Ярослав Симон. Ярослав Симон. Ну, зачем? Нашел? Нет, тут только Санкт-Петербург. А, вот. Yes. Что за говно? Я директор этого, блять, магазина, сука. Слушай, тут хоть одна твоя фотка есть? Нет, у меня другая, на другой странице там есть фотка. Школьник, ёбаный. Иди нахуй. Я тебе, короче, не буду добавлять. Ты говно, бля. Не хватало мне еще школьников. Слышь, ты говно, не хватало мне еще школьников. Не хватало мне таких школьников, как ты. А, вот твое первое видео. Играем на Days. Там чисто просто с музыкой. Чё? Там с музыкой чисто, там это я не говорил ничего. Сейчас, говно! Ну вы что, каких-то бомжей бьете, блин? Это зомби, су. А, это зомби? Бомжи! Капец, ты как будто бешеный, у тебя так, блин, экран трясется. Я специально, чтобы, блядь, красиво было. Там, где Боня, стою с тобой. Слышь. Боня ничего не мог оставить, ну еще бомжи бегут. Слышь, ты такой говоришь. Бомжи у тебя тут, блядь, в игре рука нахуй трясется. Реально бомжи какие-то без футбола. Я тебе говорю, они фартовые, блядь. Вообще ты стреляешь криво, капец. Киржаков. Блин. Вообще говно видео. Че ты понаснимался как говно? Иди нахуй. Бля, я ржал полчаса, ну-ка, чё там? Откройте, это подарки от Эльдара. Открывай, сука, Новый год, блядь!
Супер-игра. Чё за, блядь, супер-игра? Давайте смотреть, что у нас происходит. Атакуют. Всякого говна понаслали. Типа бомж подошел, беги, блядь. О, ну не фастпитка, это ладно. Че он прыгает, баран? Кто, блядь, прыгает? Погоди. Что за бич вообще? Че с этими видюхи, а? Да я чисто их просто выкладывал. Ты можешь это просто вот там это, видишь там, где раскрыть подробную информацию, там просто раскрой. Я думаю, никому не интересно будет то, что я сейчас снимаю, мы тупо обсуждаем то, что, блядь, ты сидишь ВКонтакте, читаешь комментарии и всякую хуйню на моей странице. И другое. Что-нибудь. Капец, ты чё ты всякого говна пораздавал? Раздача 6, чё за говно? Дейзи, чё за... Поделился ссылкой в Кубезумию. Кубезумию. Вообще, как интересно Кубезумию. Заебись. Вот видео, твои видео. Так. Ты дебил, мою подробную информацию открой, там, блядь, ссылка на канал будет, долбоёб. Так, эти видео я тупо... Наказание читеров, это ты всё делал? Да. Да? Да, и мне уже всякие гандоны в скайпе писали. А ты знаешь, что это 273-я статья? Не знаю, только мне лично насрать на это. Ай, чувак, блин, новый игрок. Блядь. Наказание читеров. Ага, вообще интересно. Давай играть онлайн РП. Давай поиграем что-то. Блядь. Удали с мою страницу, зачем? Куда ты, блядь, улетел, нахуй? Батарейки бы подключили. Вообще, как интересно, что эти батарейки подключали. Ты первую смотришь или вторую? Первую. Ой, вторую, РП-2. На первую интереснее, когда я через этот... Ну, на онлайн-РП там... Ну, знаешь, эти вот, которые тут тоже на серваке есть? Лежачие полицейские. Я, короче, на Элиге нахуй еду, хуяк на них подлетаю и машину перелетаю. Как форсажи все нахуй. Выложи наши видюхи, я гляну, что у нас там вообще получилось. Ну я как бы еще снимаю, понимаешь, это я еще снимаю до сих пор. Что будем делать пока что? Ты сейчас снимаешь, что ли? Прикинь, да. Я в эфире. Да ты уже в эфире. Ты уже в эфире будешь, это когда я... смонтирую, блять. Реально это монтировать еще придется через Devil Studio, потом это еще. Ой, блин. Насал на диван. А где куча? Слышь, только тут уже смотри, сколько журналов, блять. Это потирай здесь, сколько хочешь. Так, погоди. Ух ты ж, блядь, а. Сейчас я. Балом в диван заебись. Сейчас, погоди. Я думаю, можно уже будет закончить на этом, то, что мы сейчас снимали. Как бы мы со скелетом закончим уже, потом может это еще будем снимать. Может уже давно закончить? Надо. У меня просто сейчас 5 часов, а то 5 утра, дома никого, просто нечего делать, снимаем. Ну что ж, давайте прощаться, все, я все, что надо, выложу под видео в описании. Группу на мой канал вы можете посмотреть также в описании. И все остальные ссылки, просто это посмотрите в описании.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, блять. Все, всем пока. Че у тебя все в описании?